готовим пончики. Это одни из вкуснейших пончиков в городе. Самые вкусные пончики в городе – его рук дело. Кондитером Данил Бумарсков работает всего полгода. Но из теста он делает такие шедевры, что даже успел получить прозвище «Король кухни». С недавних пор у него появилось и еще одно – Джоффри Баратеон. О том, что похож на блондина из известной киносаги, Данил узнал в день кастинга. И с легкой подачей друзей отправился на отбор. Решил принять участие, честно говоря, легкомысленно, потому как мне сказали то, что я похож, и я подумал, ну почему бы и нет, если это, допустим, выдается такой шанс, он бывает не каждый день, скажем так. Когда увидел, что я в тройке, для меня какая-то гордость была за самого себя, то, что я смог, я выбрался. Вот, по крайней мере, в Саратове среди трех лидеров. С правой ножки. С правой ножки делай шаг. Делай за мной. Сюда. Лево. Право. А в этом зале кулинарные изделия не в почете. За каждый набранный килограмм учеников модельной школы ругает сама Санса Старк. Именно так директора агентства Светлану Немыкину называют ее подопечные. Модельным бизнесом девушка занимается больше 10 лет. Она не только участница, но и организатор многих фэшн-показов. Во всех своих образах всегда видит сходство с одним – старшей дочерью Неда Старка из сериала «Игра престолов». У меня папа большой поклонник «Игры престолов», я смотрела вместе с папой. И как раз был такой пик популярности этого сериала, когда просто я ходила по городу, мне говорили, что «Санса Старк идет». У меня было много комментариев в соцсетях, то, что я похожа, у меня дикое сходство, мне скидывали фотографии, хотя я сама не вижу внешнего сходства какого-то сильного. Да. Здравствуйте, девушка так похожа на главную героиню «Игры престолов». Я за вас голосовал. Можно с вами сфотографироваться? Да, спасибо, конечно. Давайте. Сфотографироваться с Олесей Учаевой теперь хотят многие саратовцы. Своей популярностью девушка тоже обязана известной киносаге. Прическа, глаза, черты лица. Студентка третьего курса – точная копия Маргарет Тиррелл. Правда, сама девушка в это долго не верила, пока не стала лидером нашего кастинга. Да, я видела конкуренток. Я тоже считаю, что они достойные участники. Очень тоже они похожи, но я считаю, что я больше похожа. А почему? Внешне большое сходство у нас. Да, я действительно сравнила наши фотографии. Очень похожи. А чем? Внешне, лицом. Возраст у нас разный, но вот главное черты лица, глаза, профиль, губы. Олеся Учаева пока опережает своих конкуренток из Саратовской области. Но все еще может измениться. Любой житель города может отдать свой голос за нее, Даниила или Светлану. Проголосовать можно до 5 октября на сайте god.ren.tv. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.